Перечень организаций для посещения по QR-кодам расширен в Новосибирской области. Подробности далее. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что QR-коды в кафе и ресторанах в ближайшее время, в том числе на новогодние праздники, не отменят. Об этом стало известно на итоговой пресс-конференции, которая состоялась в минувший четверг. По словам губернатора, некоторые ограничения были смягчены. В частности, увеличена заполняемость залов и изменена расстановка столов и стульев в кафе и ресторанах. Сегодня Андрей Травников подписал постановление о расширении перечня объектов, для посещения которых необходим QR-код. С 20 декабря без кода невозможно будет попасть в парикмахерские, салоны красоты, косметические и спа-салоны, а также солярии, бани, сауны. QR-код потребуют в ателье, выставочных залах, на базах отдыха. Как пояснили в правительстве региона, у жителей Новосибирской области будут требовать действующий QR-код о вакцинации против коронавируса, либо справку о перенесенном коронавирусе. Также допускается предоставление медицинского отвода от вакцинации и отрицательного ПЦР-теста, проведенного не более чем за 48 часов до посещения объектов сферы услуг. Без QR-кодов и справок посещать бани, сауны, парикмахерские и салоны красоты смогут бирчане моложе 18 лет. Напомню, режим повышенной готовности в Новосибирской области продлили до 1 апреля.